Доброе утро. Вчера наплакалась, сегодня вроде так это. 4 часа поспала, получше мне стало. Сейчас пойду к Ляле своей зайду. Заберу. Буду кормить. Ой, доброе утро. Сижу, думаю, выписку ж надо делать. Я же вообще изначально не хотела никаких выписок. Думаю, да ну, прошлый век, что это такое, нафиг надо. Вот. А теперь подумала, а что это мы с ребеночком не заслужили выписку? Заслужили. И вот надо что-то придумать. Не знаю, что придумать такое интересное, что было. Ну, вот какое-то вот необычное хочется что-то. А как вам белый лебедь на пруду? Кря-кря-кря. Тут прогуляться вышли. Все в цветочках так. Приятненько. Так, что у меня сегодня на завтрак? Булочка, сырок, омлет, каша, джем, масло, 2 вафельки, чай с молоком. Такая приятная комната для лекции. Сейчас будет лекция по грудному вскармливанию. Мне как раз это сейчас очень нужно. На коленочках, и мы грудь свою не должны тянуть до малыша. То есть малыш у нас всегда располагается около груди. Да? То есть вот на уровне груди малыш располагается. Малыша мы поворачиваем на бочок. Животик к животику он должен лежать. Малыш не должен лежать на спине и шею тянуть до вашей груди. То есть в таком положении, конечно, малыш устанет, и хорошего и захвата не будет, и хорошего сосания малыш не получит. Малыш неправильно что-то сосал. Иногда бывает, что встречаются чувствительные сосочки, просто от природы, они болезненные, чувствительные даже.